Поддержала коллегу и депутат Зоя Пономарева. Она проголосовала на участке 26-27 в 133-й гимназии. И выразила мнение, что именно выборы исполнительной власти региона наиболее важны для дальнейшего развития области. А выборы исполнительной власти региона – это особенно важное событие, потому что от этого зависит и политическая, и экономическая ситуация в регионе. И отдав свой голос, я голосую за будущее своей семьи, своей страны. И я проявляю не только голосованием свою активную гражданскую позицию, но и выражаю свое мнение.